Всем привет, с вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Сегодня у нас 10 января, пятница, чудеснейшее пятничное утро. Ну, не знаю, как у вас, но у меня оно просто прекрасное. И сегодняшнее утро мне есть помощники, которые помогают мне сделать это утро прекрасным. Вот могу вам показать моего персонального помощника, который мне помогает мое утро сделать прекрасным. Вот сейчас он уже устал и немножко ушел от меня, но мы с ним тут сегодня устроили, в общем, игрища, скажем так. Сегодняшнее утро, ну, пасмурно на улице, но, тем не менее, мне лично это не мешает радоваться пятнице, радоваться каждому новому дню, и в частности сегодняшнему. Я сегодня себе утром позволила несколько десятков минут. Это Ларька, он просит, чтобы я с ним еще поиграла. Мы, в общем, с ним сегодня устроили себе игрища. Вот, покажись людям, ты красавчик. Устроили с ним сегодня себе игрища. Знаете, буквально недавно слушала умных людей, которые говорили о том, что отношения без детства обречены на разрушение. Я вот думала об этом. Нам действительно в жизни очень важно себе позволять иметь такие минутки, я отдышаться не могу, минутки отдыха, минутки такого расслабления, когда мы позволяем своему внутреннему ребенку, выпускаем его, позволяем ему проявиться и как бы поиграть. Вот, несмотря на то, что мое утро, как обычно, загружено кучей всяких дел, которые я хотела бы там успеть сделать, вот, сегодня я позволила себе там 5, 10, 15 минут перерыва, когда мы с Ларькой, это, кстати, Ларри, да, его зовут Ларька, мой верный друг, когда мы с ним сегодня позволили себе подурачиться. У нас есть еще один, кстати, друг, могу вам тоже показать. Это Миша. Это наш друг Миша. Он сильно устал уже за сегодня, потому что мы его потаскали по всей квартире. По всей квартире мы с Ларькой бегали и дурачились. Мы включили себе музыку, мы с Ларькой любим, я люблю с Ларькой, не знаю, как Ларри, но я люблю с ним танцевать, заигрывать к нему, дергать его за всякие, все, что достану. Вот, и мы с ним так вот танцуем, бегали сегодня по всей квартире, таскали этого медведя, Мишу, тоже таскали его по всей квартире и, по сути, дурачились, я это называю там вечеринками. Вот. Мне это помогает лично расслабиться, и вот в эти моменты я забываю о времени, перестаю думать о том, что мне там пора на работу, надо срочно бежать куда-то, еще чего-то. Вот эти вот такие, у меня почти каждое утро есть каких-то 5-10 минут, когда я забываю о всем и делаю что-то такое для себя, останавливаю для себя время, свою спешку, свою суету. Вот вчера, там позавчера это был рассвет, вчера это было там созерцание снега, сегодня это вот такие игрища с Ларькой. Тут ко мне снова пристает с медведем, они снова дурачатся. Вот, и для меня это такие моменты, которые мне позволяют зарядиться энергией, бодростью на целый день. Это такие, знаете, маленькие кусочки радости, такой вот явный, проявленный, которые мне вот дают заряд. 5-10 минут ничего не меняют, но внутреннее состояние, которое они во мне производят, оно меняет целый мой день и помогает мне день проводить в радости, заряженной бодростью, любовью, счастьем и всем, чем только можно зарядиться. Благо, что у меня есть друг, который мне в этом всегда помогает, он всегда за, он никогда мне не отказывает в играх, он всегда говорит: да, 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 давай больше, больше, еще, еще. И это очень здорово, и иногда я не могу ему отказать. Поэтому делайте себе такие пятиминутки в день, когда что-то очень хорошее с вами происходит, что вам дает заряд вот бодрости и энергии. Простите, это Ларька тут
выбивает у меня камеру из рук. Делайте себе такие перерывчики, вот моменты, которые вас заряжают, чтобы зарядиться на целый день бодростью, энергией и радостью. Ну а я теперь уже точно побежала на работу, уже время. Хорошего вам дня. Это была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярославом Мудро-Воронцов. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.